На днях ты выступила в подземке. Как тебе это было? Впервые? Да, впервые я выступала в метро. И знаешь, это необычно. Я, наверное, переживала, больше всего боялась, что знаешь, люди такие, ну, им будет неинтересно, они мимо проходят. Но нет, было очень много народа, которые послушали, подошли и сказали, что ты молодец. И как бы это самое приятное в этой работе. То есть положительно реагировали, тебе понравилось? Конечно, да. У тебя вышел трек «Найди меня». Кому призыв этот? Молодому человеку, которого еще нет. Да нет, на самом деле, ну как бы, я свободная девушка и пока отношений не хочу, но все равно, как девочка, естественно, хочется встретить своего любимого. Все поклонники ждут твоего альбома. Как это? Мы сейчас делаем такие, знаешь, уверенные, но пока что медленные шаги к написанию альбома и выпускаем пока синглы. Ты смотрела вчера песни второй сезон? Как тебе? Если честно, я посмотрела маленький кусочек, поскольку мы были вчера в Сочи на выступлении с Олегом, поэтому я не успела все посмотреть. Мы буквально вот просто прилетели с самолета и в Сочи, то есть сразу к вам. Как думаешь, сезон новый побьет ваш? Будет круче? Я абсолютно не вижу, как тебе сказать, думаю, что не стоит сравнивать сезоны, поскольку талантливые люди, они все равно себя проявят. Неважно, это было в первом сезоне, во втором, и у каждого будет свой слушатель. Поэтому тут неважно, побьет этот или нет. Что должен сделать участник, чтобы ему «да» сказали, проходишь? Слушай, он должен просто завоевать сердце жюри.